новый директор СГЭД, читатели нашего сайта переживают, что может повториться у предприятия судьба Дорстроя. А какая судьба у предприятия Дорстрой? Ну, ситуация нашумевшая, там были уголовные дела и проблемы с животными. Там не были уголовные дела, уголовное дело заведено в отношении неизвестного числа лиц, поэтому оно идет. От нас пока комментариев никаких нет, пусть разбираются. Вот. Но то, что касается назначения, это человек, который, придя на предприятие, в течение 3 месяцев навел порядок в одном из крупных городских хозяйствующих субъектов, предприятие «Дорстрой», навел порядок внутренний, прежде всего, и показал эффективность. Поэтому мной было принято решение назначить его на предприятие, одно из крупнейших, которое отвечает за стабильную работу горэлектротранспорта. Вы знаете, что там нестабильные предприятия в части экономики и самого состояния и подвижного состава. И в преддверии тех планов, которые мы видим в перспективе, я считаю, что там прежде всего необходимо навести порядок, разложить все по полкам. Я этому человеку доверил, поставил задачи, поэтому мной было принято такое решение. По нашим данным, у него нет высшего образования. Как вы считаете? В рамках законодательства никаких ограничений занимать эту должность нет. Я знаю, что сейчас он учится в высшем учебном заведении.